14 сентября в единый день голосования состоятся выборы депутатов Мурманского городского совета 5-го созыва. На кону 32 депутатских мандата. Из числа своего состава народные избранники выберут главу муниципального образования на 5-летний срок полномочий. Выборы в горсовет сегодня назначили депутаты 4-го созыва. Смешанная модель, как отметили избранники, продиктована политической тенденцией. 5 лет назад депутатов избирали только по мажоритарным округам. Сегодня, когда партий становится больше, в Мурманске приняли решение вести партийные списки. Это предписывают и новые поправки в законодательство. Выборы в городе пройдут по смешанной системе. Один из немногих городов России, который сегодня предусмотрел такую систему выборов. 22 депутата будет избираться в мажоритарных округах, то есть непосредственно за своих депутатов будут голосовать граждане, проживающие в городе Мурманске, мурманчане. А 10 депутатских мандатов будет распределено, ну, скажем так, в соревновательной борьбе между партиями политическими.